Поначалу кайзеровская армия наступала, царило приподнятое настроение, и молодежь с воодушевлением надевала военную форму, чтобы хорошенько встряхнуть старый мир. Но немецкие сообщения с фронта утаивали правду до октября и держали население в неведении. После этого конец наступил так быстро, что лишь немногие немцы смогли свыкнуться с мыслью о поражении Германии.